愁少年子弟，江湖缠绵风流，白衣侠侣携手，并肩南北干戈修，刀剑如梦，人缘黄昏柳梢头，是非路人定胜天，这是我要走的江湖。Я смог сбежать отсюда, только когда мне исполнилось 15. А до этого та женщина обучала меня письму и боевым искусствам. Ейянь сказала, что они подавили восстание. Ты сможешь выйти, как только восстановишься. Но я еще не восстановился. Ты можешь залечить свои раны в павильоне Циньюэ. Я могу доверять только тебе. Если серебряные игры связаны с марионетками, конечно, я последую приказу главы Альянса. Мы опять далеки от разгадки. Господин Сяо. Господин Сяо. Это заколка для волос. Кажется мне знакомой. Не может быть. Мне, наверное, просто показалось. Ты задумала меня обольстить? Не забывай, что ты серьезно ранен. Обольстить тебя или же убить, решать мне. Допустим, я захочу убить тебя. Если убьешь меня... Тебя это осчастливит? Или же огорчит? Ты никогда этого не сделаешь, ведь тебе трудно от меня отвернуться. Поэтому я самостоятельно приму решение. Что ты творишь? Ты не убьешь меня, потому что я тебе нравлюсь. Значит, я выбираю обольщение. Стена холодная. Можешь обнять меня? Хочешь сказать, мастер Фэн убил лекаря-мудреца? Не ожидал, что мастер Фэн, которым я восхищался, может совершить такое. Но кое-что мне непонятно. Мастер Фэн обладал огромной внутренней силой и великолепно владел боевыми искусствами. Они с лекарем-мудрецом были равны по силе. Не думаю, что он мог убить его одним ударом. Что-то здесь нечисто. Полностью согласен.
не стоит говорить об этом остальным, пока мы не выясним все обстоятельства. Особенно госпоже Фэн. Хорошо. Малышка Чуньхо, ты целовала и обнимала меня. Почему же ты так равнодушна? Ты говоришь так, будто я действовала по своей инициативе. Ты воспользовалась тем, что я был ранен. Не так ли? И проявляла свою любовь довольно открыто. Я не виню тебя за прошлое. Что за ерунда? Кто сказал, что я люблю тебя? Чуньхо, любовь ко мне несет много пользы. Пользы? К примеру, ты сможешь заигрывать со мной всю жизнь. Марионетки, серебряные иглы, лекарь-мудрец, Ли Юй. Господин Цэнь. Госпожа Фэн, что привело тебя сюда в такой час? Если можно, я бы хотела поговорить внутри. Вчера мы ходили на место преступления в павильон Басяни. Господин Сяо был сам не свой, когда мы вернулись назад. Не забивай себе этим голову. Ты должна ему доверять. Нет. Я так волнуюсь, когда думаю об этом. В голове столько сомнений. Поэтому я пришла сюда. Пока рано делать какие-то выводы, еще ничего не ясно. Но я глаз не могу сомкнуть, поэтому я здесь. Госпожа Фэн, не верь тому, что говорил Фулоу. Ты должна верить своему отцу. Мы обсуждали это с Сяобаем. Господин, я говорю не об этом. Меня беспокоит господин Сяо. В последнее время он странно себя ведет. Ты всегда был близок к нему, поэтому я хотела узнать твое мнение. Вчера, когда мы пришли в павильон Басянь, он выглядел очень бледным и долго смотрел в пустоту. Там он впервые встретил госпожу Чуньхуа. Сейчас все изменилось, поэтому для него это болезненное воспоминание. Верно. Поэтому я и оставила его там одного. Но на меня неожиданно напали люди в масках. Напали? Повезло, что господин Сяо оказался рядом, он спас меня. Но я не думала, что он будет использовать последнюю технику меча Фэнмин. Он убил их всех одним ударом. Это не в его стиле. Обычно он очень вдумчивый, порядочный и благородный. Он бы не стал их убивать, не выяснив их намерений. Он
Он не рассказал тебе об этом? Нет. Понятно, что его разум затуманен. Потому что он тоскует по госпоже Чуньхуа. Я уверен в этом. Но он не рассказал мне об этом случае. Это очень необычно. В тот момент он вел себя очень враждебно. Дело вовсе не в его эмоциональном состоянии. Как странно. Всю жизнь намного легче сказать, чем сделать. Твое сентиментальное выражение лица сейчас напомнило мне нашу первую встречу. Ты мне соврал в нашу первую встречу. А теперь нагло говоришь о том, что будешь рядом всю жизнь. В нашу первую встречу ты лежала в павильоне Басянь. Сяо Бай в тот момент рвал металл. Поэтому я наблюдал за всем со стороны, когда я тебе солгал. Павильон Басянь? Нет. Мы впервые встретились в горах рядом с поместьем Фанмин. Я очень хорошо это помню, а ты опять пытаешься меня запутать? Я не шучу по поводу нашей первой встречи. Как раз тогда Хуа Сяо Лэй меня покинула. Е Янь выследила ее. Она погибла у ворот Басянь. Мне было очень любопытно узнать, как ей удалось вернуться к жизни. Но это уже была не она, а малышка Чуньхуа. Ты тоже был там в тот день? Я был там до тех пор, пока ты не проснулась. Я сразу понял, что ты совсем другой человек. Твое выражение лица было таким невинным. Мы просто вспоминаем о нашей первой встрече. Что с тобой? Была эта заколка? Да. Эта заколка хорошо бы подошла тебе. Так значит, это ты? Да, я. С тобой все хорошо? Значит, тебя я увидела первым. Ты такая глупенькая. А кого еще ты могла там увидеть? Помните, тот, кого вы увидите первым, является вашим суженым. Братик. Я
Почему именно ты? Это моя вина. Прости. Не плачь. Госпожа Е, вы не спали целых 3 дня. Поручить кому-нибудь временно заняться вашими делами? Не нужно. Выполни свои обязанности. Да. Пусть ты и не знала, но это был я. Весенний цветок, осенняя луна. Дело совсем в другом. Ты не рада? Очень рада. Я счастлива. Приятно слышать. Знаешь, я увидела сон, когда спала в павильоне Басяни. Голос в том сне сказал мне, что тот, кого я увижу первым, когда открою глаза, станет моим суженым. Я думала, что это Сяобай. Он был прав. Просто ты ошиблась. Слава богу, не стало слишком поздно. Ты действительно будешь любить меня? Да. Я всегда буду любить тебя.
Торги по ореху долголетия произвели большой резонанс в мире боевых искусств. Преступник все еще на свободе. Но Ли Юй всего лишь обычный ученик. Если бы господин Ши использовал его в своем плане, Ли Юй давно был бы уже мертв. Но он до сих пор жив. И не вызывает каких-то подозрений. Поэтому я поверил его словам. Я помню, что нападавший в ту ночь был довольно дородным. Не думаю, что это Ли Юй. А еще? Вчера на вас с госпожой Фэн напали в павильоне Басян. Да. После посещения павильона в голове было много мыслей. Я забыл рассказать тебе об этом. Ничего страшного. Возможно, ты просто сильно устал. Но совершенно ясно, что кто-то намеренно пытается помешать нам расследовать смерть лекаря-мудреца. Поэтому, вероятно, мастер Фэн не убийца. Он все-таки... Если сможем выяснить правду, мой отец будет покоиться с миром. А если серебряные иглы принадлежали лекарю-мудрецу, его знания должны были унаследовать резиденция Басянь. Не стоило заострить внимание на одном ученике. Мы должны обследовать всю резиденцию. Да. Почему я сразу об этом не подумал? Мое внимание отвлек Ли Юй. Ты не глуп. Просто слишком самоуверенный. Прошу прощения. В прошлый раз я не смог вам помочь. Сегодня, видя вас в добром здравии и полной сил, я могу выдохнуть спокойно и больше не чувствовать груз вины. Благодарю за ваше беспокойство. Господин Бу все понял, даже не прощупав твой пульс. Тогда можете проверить и мое здоровье? У меня же нет импотенции. Господин Цинь, к вашему сведению, вы действительно должны обратить особое внимание на свое здоровье. Господин Бу, я серьезно болен? Нет, нет. Я слишком молод, чтобы умирать. Господин Цинь. Господин Цинь, вы привлекаете противоположный пол, но вы часто колеблетесь. Иногда вы экстатичны, иногда беспокойны. У вас присутствует огонь во всех пяти элементах. Боюсь, вы воспламенитесь. Так позвольте узнать, что же все-таки привело вас сюда, господин Сяо? В последнее время в мире боевых искусств случилось множество происшествий. Много людей погибло. Я слышал об этом. Но я не вмешиваюсь в ваши дела. Просто пытаюсь справиться с последствиями. Я обеспокоен тем, что в мире может наступить хаос. Помню, вы как-то упоминали, что владеете знаниями управления марионетками. Если мы сможем использовать эти знания в нужном направлении, в мире наступит мир. Управление марионетками? Да. Лекарь-мудрец упомянул об этом когда-то. Мы можем использовать серебряные иглы
Вы говорите про запрещенную технику? Верно. Господин Бу хранил эту технику в тайне долгое время. Но это же уникальная способность. Если вы владеете этой техникой, не могли бы научить и меня? Господин Цинь, это демоническая сила. Все в порядке, пока мы используем ее в правильном направлении. Но я занят лечением своих пациентов. Когда мне учить вас этой демонической технике? Я мало что знаю об этой технике. Раз уж вам ничего не известно, брат Цинь, нам нужно отсюда уходить. На самом деле, господин Цинь, вам не стоит утруждать себя визитом. Что это значит? Около года назад все тайные техники клана исчезли. Наша резиденция Басянь не вмешивается в дела мира боевых искусств. Мы тоже стали одной из жертв. Некоторые продолжают торговать достижением моего брата. В книге тайных техник подробно описан процесс изготовления серебряных игл для контроля марионеток. Цена этой книги всего 8 монет. На этом все? Он случайно не... Стоять! Позвольте представить вам этого человека. Ученик резиденции Басянь, Ли Юй. Ты же ученик резиденции. Почему бродишь по округе? Словно ты здесь прислуга. Вы, возможно, не знаете. Но пусть господин Бу и лекарь Бу кровные братья, они совершенно разные по характеру. Лекарь-мудрец всегда был добрым и открытым человеком. Но вот господин Бу, тот еще скряга. Не поймите неправильно, я просто жалуюсь. Мне нужно вернуться, иначе господин Бу снова меня накажет. До встречи. Всего доброго. Нам нужно продолжать придерживаться нашего плана. Мы с госпожой Лэн будем искать зацепки по поводу марионеток. А вы должны проследить за господином Бу. Почему ледяная жемчужинка стала слабее? Я не выносила ее на солнце. Вот и прекрасно. Что? Если ты будешь уделять так много внимания жемчужине, я буду ревновать. Зачем тебе ревновать к простому камешку? Малышка Чуньхуа, дай мне свою руку. Неважно, что ты говоришь и делаешь, я всегда буду любить тебя. Чем ты это докажешь? Посмотри мне в глаза. Он первый, кого я увидела в этом мире. Мой суженый.
Но система не упоминала о том, что у нас будет счастливый конец. Что-то не так? Я немного переживаю. О чем? Да так. Братик, давай сыграем в игру. Правда или действие? Правда или действие?看不见。